Праздник для пациентов Запорожского военного госпиталя организовали жители села Новое Запорожье. Больше о мероприятии знает наш корреспондент. Своих защитников новозапорожцы встречают аплодисментами и караваем. Примите від нас цей каравай, як символ благополучия, злагоди и миру. Доторкніться до цього хліба святого. Згадайте свій дім, згадайте свою родину, своїх близьких. Ласкаво просимо вас у наш будинок культури. Жители села недавно отправили на передовую целый микроавтобус с гуманитарной помощью украинским военнослужащим. Однако наших защитников важно поддержать не только материально, но и морально, считают они. Поэтому для пациентов военного госпиталя и бойцов территориальной обороны подготовили концерт и конкурс красоты. Все это с национальным колоритом. Дуже гарний и цікавий концерт, так сказать, був. Ну и девчата дуже гарні, все дуже красиво, люди зустрічають тепло, дивишся и душа радіє, не жалієш, що пішов, що захищаєш. Дуже приємно бачити такі українські настрої, взагалі підйом такий емоціональний у людей. Думаю, що корисно для, і не тільки для нас, і для місцевих людей. Дуже багато не були вдома в течение года. У них сльози на глазах. Вот я смотрю на них, на их реакцию, и это очень трогательно. Благодарность за праздник бойцы оставили новозапорожцам на память, флаг со своими пожеланиями.